Ряды украинской морской партии продолжают расти, а значит, растет и поддержка одесситов. В Киевском районе состоялась конференция политической силы. На встрече вручили партбилеты новым членам украинской морской партии, а также презентовали ряд социальных проектов, которые политсила планирует реализовать в Киевском районе. Сейчас местная ячейка активно пополняется жителями района и готовится к напряженному предвыборному процессу. Подробности в нашем следующем сюжете. Украинская морская партия Сергея Кивалова усиливает свои позиции в Киевском районе. На партийной конференции, которая прошла в музее футбола, избрали главу районной организации политической силы и вручили партбилеты новым членам украинской морской партии. Впереди открытие центров тестирования на коронавирус и выдача иммунных паспортов одесситов, оказание юридической помощи населению, старт бесплатных компьютерных курсов в Киевском районе и другие социальные проекты. Имеем уже хороший опыт по социальным проектам. Это и бесплатная юридическая консультация. Это на 5-й станции Большого Фонтана, как раз на границе между Приморским и Киевским районом, есть и имеет опыт. Это признана лучшая юридическая клиника в нашей стране. Я думаю, что это одно направление. Второе, мы планируем здесь, в Киевском районе, сделать компьютерные курсы и учить граждан, которые не знают, что такое компьютер. У нас тоже есть опыт уже. У нас тысячи людей прошли через компьютерные курсы в Международном гуманитарном университете. Мы видим, есть возможность открыть и в Киевском районе, и чтобы жители бесплатно имели возможность освоить компьютер. Главой партийной организации в Киевском районе избрали известного общественного деятеля Одессы Олега Киктенко. Он был депутатом городского совета 3 созывов, занимался строительством по президентской программе «Жилье для молодежи». Меня сегодня избрали руководителем киевской партийной организации. Я очень благодарен за такую почетную должность. Я не подведу. В ближайшее время мы откроем 3 юридические клиники в Киевском районе. Кроме этого, мы откроем пункт по приему на тест коронавирус и выдача иммунных паспортов. Активно пополняются и ряды украинской морской партии. Только в новосозданную районную организацию вступило больше 20 одесситов. В то же время в Киевском районе уже открыты новые общественные приемные украинской морской партии по адресу Фонтанская дорога 16Б и Краснова 14. Это позволит сделать диалог с гражданами максимально открытым и никого не оставить без внимания. Почему радостная? Потому что мы будем ближе к жителям Киевского района. Мы сможем реализовывать те программы, которые реализует Украинская морская партия Сергей Васильевич Кивалов непосредственно здесь, ближе к людям. Вот мы хотим с нашего района начать вот такое вот качественное улучшение. У нас действительно очень много проблем в городе. Они сегодня не решаются, к сожалению, большому. Мы не бьем себе в грудь и не кричим, что сразу все мы решим, и все мы сделаем и исправим. Но, скажу вам откровенно, мы нацелены достаточно серьезно на работу. Также на встрече состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам партии, среди которых немало людей не только с опытом партийной работы, но и депутатской деятельности. Политики говорят, что решили вступить в ряды украинской морской партии, потому что поддерживают лидера политической силы и ценят все, что он делает для города. Все, что делал и Сергей Васильевич, руководитель партии, и партия, морская партия, вот, все делал для Одессы и для одесситов. Я смотрю о том, что создана юридическая академия, университетом гуманитарным, огромное количество спортивных сооружений. Это же для кого? Это же для наших жителей города Одессы, для наших детей, для наших моих внуков. Примечательно, что свою отчетную конференцию Украинская морская партия провела в поистине культовом месте – в Одесском музее футбола. Инициатор создания музея, учредитель общественной организации «Клуб болельщиков футбола» Эммануил Ганев, провел для гостей экскурсию по залам и рассказал об истории создания музея. Мы благодарны, опять же, Сергею Васильевичу, что он сегодня молодой свой коллектив, открывая свое отделение партии в Киевском районе, в первую очередь он вместе с ними посетил наш клуб. Это человек города, который сам живет и молодежи желает счастья.
Главная цель Украинской морской партии – помочь каждому жителю нашего города, независимо от района проживания, и для этого есть все – и политическая воля, и, самое главное, сильная команда. Конференция Киевской районной организации Украинской морской партии показывает, что партийные ряды продолжают расти, а значит, растет и поддержка одесситов. Юлиан Аксенов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».